Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня мы снова вяжем слитки, такие балет, тапочки, слитки. Здесь уже не для начинающих, девчонки, предупреждаю сразу, для таких более продвинутых вязальщиц, но очень красивые, такие элегантные. Так, для них мне понадобится два цвета ниток, нитки 320 метров в 100 граммах, тонкие нитки на этот раз, девчонки. Вот такой вот, как бы какой-то яркий цвет выбирайте, контрастный для украшения. И основной цвет. Спицы 2,5 миллиметра. Тоненькие. Вязать будем туго, чтобы все было красиво. И вот посмотрите, какие я себе сделала маркеры. Вот уж простите, но я не дома, и маркеры я забыла. Снимать я могу, в принципе, везде. А вот маркеры забыла, поэтому буду пользоваться такими. Набираем 73 петли. Так, 73 петли я набрала. Делаю узелок. Первый ряд вяжу лицевыми петлями. Так, теперь второй ряд. Кромочную петлю снимаем. Здесь будем делать 4 воздушные петли всего на протяжении всего ряда. 4 добавления. Делаем воздушную петлю. Мы можем делать накид, но там останется дырка, девчонки. Поэтому я делаю воздушную петлю. Одеваю свой так называемый маркер. Одеваю маркер. Всегда, вот видите, в начале ряда я буду перед маркером добавлять воздушную петлю. То есть здесь у нас будет такой эффект реглана. Вяжу 35 петель лицевыми петлями. 35. Теперь одеваю маркер. Нет, самое смешное, что это маркер. Делаю воздушную петлю. Так. Провязываю лицевую петлю и делаю еще воздушную петлю и одеваю маркер. То есть здесь в половине у нас будет идти вот такое вот раздвоение, как бы расширение на носочную часть. И далее вяжем снова 35 петель. 35. Одеваем маркер. Снова делаем перед кромочной воздушную петлю и провязываем кромочную. Следующий ряд вяжем лицевыми петлями. И потом через ряд мы снова будем делать добавление вот здесь вот по краям. Здесь после маркера, здесь перед маркером. То есть вот эта часть у нас будет вот так вот расширяться буквой В. И эти части у нас будут вот так вот расширяться. То есть здесь перед маркером мы будем делать снова. Теперь у нас здесь будет одна лицевая кромочная и одна петля плюс воздушная петля. И с этой стороны у нас будет маркер, воздушная петля, лицевая и кромочная. То есть здесь будет добавляться у нас изнаночный ряд, вяжем без изменений. Продолжаем вязание. Так, мои хорошие, вот смотрите. Всего я сделала 8 добавлений. То есть здесь вот у меня между кромочной и маркером 8 петель, здесь у меня 17 петель, потому что 8 и 8 добавления были между маркерами. Вот видите, это треугольник, который расширяется, вот он. Значит, здесь 17 петель и здесь, соответственно, 8 и плюс 1 кромочная, то есть 9 петель. Сейчас мы будем делать кантик. Меняю нить на вот эту вот. Так. И первый ряд вяжу лицевыми петлями. Вот эту полосочку попробуйте вязать немного свободнее, чем основное вязание. Сейчас вы поймете почему. Далее мне уже вот эти мои маркеры не нужны. Так, второй ряд. Поворачиваем работу. Первую кромочную снимаем. Одну лицевую провязываем, делаем накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной. И так до конца ряда, тоже не затягиваем. Вот смотрите, я провязала здесь образом. Третий ряд лицевые петли. Видите, мы провязываем накид, у нас получаются дырочки. Вяжем до конца ряда. И последний ряд нашего кантика. Вот он у нас изнаночный.
Смотрим. Вот смотрите, поднимаем вот эту петельку на спицу и провязываем 2 вместе. Снова вот синюю ниточку поднимаем на спицу, провязываем 2 вместе. Так, до конца ряда. Вот такой вот зубчатый кантик у нас получается, видите? Вот он. Продолжаем до конца ряда. Так, девчонки, вот смотрите, вот такой вот кантик прелестный у нас получается манипуляций. Теперь я отрезаю эту нить и привязываю. А чё ж я ее отрезала? Ну, ладно. Не надо было, девчонки, отрезать. Это я что-то. Не знаю почему, но я ее отрезала. Хотя отрезать не надо было. Так, и вяжем резинку 1 на 1. Так, провязала я ряд до конца резинки 1 на 1. Теперь будем вязать пышным узором. То есть лицевую мы петлю мы будем провязывать не обычным способом, а под петлю, петлю под ней. Изнаночную нормально. А все лицевые петли и в лицевом, и в изнаночном ряду мы вяжем под петлю. То есть в петлю под спицей. Наша книжа, можно так сказать. Вот. И так продолжаем наше вязание. Вот, в принципе, это этот узор, как бы пышная резинка, она, по сути, это та же английская резинка, только немного она как бы компактнее. Вот. Так, провязала я 16 рядов. Вот смотрите, здесь видно, так как ряды двойные, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть это и есть наши 16 рядов. Теперь что я делаю? Вяжу 40 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 40. Теперь вяжем по 2 вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Всего 12 раз мы провязали по 2 петли. Вот это для формирования нашего носка. Далее до конца ряда по узору. Так, изнаночный ряд. Вот, провязала я до конца ряда. Изнаночный ряд я вяжу лицевыми петлями. Нет, следующий ряд вяжем лицевыми петлями и провязываем 36 петель. Вот оно. Здесь снова вяжем по 2 петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В этот раз это 10 сокращений по 2 петли. И вяжем до конца ряда, после чего в изнаночном ряду все петли закрываем.
Довязала я, теперь закрываю все петелечки в изнаночном ряду. Продолжаем. Я закрыла все петли. Вот такая вот конструкция у меня. Я ее складываю пополам. Вот. И сшиваю, сшиваю. Вот так вот отсюда. И этот. И по подошве. Вот и вот шовчик. Сшиваю. Так, мои хорошие, вот смотрите, сшила я этот тапочек. Видите, вот по этому шву. И вот моя нога обрисована, вот смотрите, примерно он на 37-38 размер. Если вам нужен больше, вот корректируйте в этом месте, то есть набирайте больше петель. То есть вот эта часть у меня где-то 14-15 сантиметров, а стопа 24. То есть здесь у вас вот это расстояние набранных петель, сложенных вдвое, должно быть длина вашей ступни минус 10 сантиметров. То есть здесь у меня 24 сантиметра, минус 10, здесь 14. Это примерно будет на ваш размер. Ну, вот это данный образец у меня на 37-38. Теперь мне осталось обвязать. Обвязываю я крючком. Начинаю сзади, чтобы шов не был виден, стык не был виден. Вот. Обвязываю достаточно туго, чтобы тапочек держал форму. Столбиком без накида обвязываю. Вот он. В каждую петлю. Обвязываем по кругу. Вот смотрите, довязала я по кругу до конца. Теперь замыкаю кольцо полустолбиком. Так. Так, девчонки, и последние штрихи. Свяжем вот такой вот малюсенький цветочек. Это не обязательно, это уже на ваше усмотрение, как бы украшение этого тапочка. Но я решила сделать так. Еще сюда можно бусинку, пуговичку, можно побольше цветок сюда, какой-то красивый или помпон. В общем, все зависит от вашей фантазии. Так, первым делом я вяжу 4 воздушные петли, цепочку из 4 петель. Замыкаю кольцо полустолбиком, делаю одну воздушную петлю и вяжу 10 столбиков вот в эту дырочку. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаю полустолбиком кольцо. Так, вот делаю воздушную петлю подъема и вязать буду с первого вот этого столбика, в который я замкнула это колечко. Значит, воздушную петлю я сделала. Теперь вяжем вот таким вот образом. Делаем накид. Вводим крючок в эту петлю, достаем и все три вместе провязываем. Снова накид. Достаем. И так 5 раз из вот этой дырочки. Я сделала 2. Теперь 3. 4, 5. Вот он, один лепесток, воздушная петля, и теперь уже в следующую петлю соединительный полустолбик, 1, и еще один, еще в следующую петлю второй полустолбик, воздушная петля, и снова в эту же дырку, где был второй полустолбик, из нее вывязываем 5 вот этих петель с накидом. 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, в следующую петлю соединительный полустолбик и еще один в следующую петлю воздушная петля подъема. Из этой дырки снова вывязываем 5, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля, спускаемся в следующую петлю
соединяем соединительным полустолбиком и еще один полустолбик, воздушная петля, поднимаемся вверх и снова 5 петель с накидом. Четыре, пять, воздушная петля, спускаемся, еще остался у нас, ой, видите, я столбик провязала, нет, не нужно, соединительный полустолбик и еще один, воздушная петля, поднялись и снова 5, раз, два, 3, 4, 5, воздушная петля, опустились полустолбиком соединительным и еще одним продвинусь, вытаскиваю, таскиваю на изнаночную сторону. Все, мои хорошие, вот такой вот, смотрите, цветочек у нас получился, который мы потом пришиваем на наш тапочек. И теперь нам остается только пришить цветок. Вот сейчас вот так же, как и на этом тапочке, я его сейчас пришью. Буквально в каждый лепесточек по одному стежку. Я не буду много шить. Все, девчонки, одеваю. На этом все, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Вот такие вот, смотрите, у нас балеточки сегодня. Подписываемся, ставим лайки, подписываемся на канал, подписываемся на Инстаграм. Всем пока-пока!